اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Сегодня провели дуа, обратились к Аллаху с просьбой о том, чтобы Аллах Субхана ва Тааля помог нашему народу, нашим братьям, которые ложно обвинив в терроризме, да, то есть садят на длительные сроки. Что мы можем сделать, да? Мы максимально, да, можем, то есть не оставаться в стороне, как минимум. То есть хотя бы добрым словом поддержать тех, кого коснулось это, да, то есть непосредственно. Это их семьи, дети и так далее, да. Когда покупая... У всех у нас есть дети, да, когда покупая игрушку своему ребенку, да, то есть не забывай то, что это тоже наши дети, да, то есть не забывай о них. Я хотел сделать небольшой комментарий по поводу вот этого мероприятия, которое здесь было проведено в Джиме, связанное с, скажем, репрессиями по религиозному, по национальному признаку. Это дело не новое. И, как скажем, из поколения в поколение, да, каждый, скажем, крымский татарин ощущает на себе вот эту вот несправедливость. Да? Аминь.